Всем привет, с вами Александр Шмель, Шмелев на канале Дар Шмелев, и мы продолжаем стримить ГОХ. Санкей, здорово. Чё у тебя бурундук сразу? А чё у тебя, Чип и Дейл, который спешит на помощь? Ну чё, блин, возьмём ульту сразу, да, или подождём немножечко? В принципе, я могу сначала сходить на арену отрядов немножко, побить кого-нибудь. Благо, что есть кого. Не, этого не буду пока, без ульты не хочу. Вот этот гаденыш, блин, надо бы тоже. Но, блин, он... Вообще-то надо попробовать его. Он, сучок, еще тот. Привет, Владимир. Да, подождать людей. Я думаю, блин, вот, насколько я помню... Таким составом я его не вытяну. Это я точно помню. Его надо вот таким составчиком бить. Да, согласен. Музыка, атмосфера. Так. Блин, вот по идее вот это говно сразу надо убить. Блин, вот это красиво. Сейчас, секунду. Ой. Тык. Блин, слушай, с этими модулями это вообще бомба какая-то. Таким. Здорово, Санч. Сможешь без звука? Понял. Слушай, я вот реально поставил эти модули. Это просто какой-то. Это ата Израиль какой-то, он чего вытворяет просто. Я просто вообще не заморачиваюсь. Виталию, здорово. Здорово, Олег. Блин. Хорошо, да, передам. Сейчас я ему прям напишу. От кого? От Олега? А ну, я думаю, он поймет. Здорово, Дим. Да блин, да, голый Энич наше все теперь. Алексей, здорово. Тебе привет, тебе в курган. Олег, передал. Не, слушай, ВА сегодня дебильная, кстати. Да, он у меня не расставился. У меня авторастановка. Тут Тахион. Тахион я не знаю. Это какого Тахиона. Будем бить Тахиона. Спасибо, Денис. Привет. Да, ульта будет легче, я думаю. Не, ну блин, слушай, я посмотрел, у меня на арене ни у кого нету такого дамага. Вот, по-моему, вот у Кайла. И это не предел, на самом деле. Я могу еще его разогнать. Ну, надо просто чуть-чуть модули подогнать. Это же вообще бомба какая-то. Максимально у кого-то было на арене 3000 плюс. Да, 25 человек. Сколько? Да все, я собираюсь ее брать. Главное, чтобы взять ее. Вот, главное не лажануться. Знаешь, самый неподходящий момент. Бах, и все, и лажанул. Нужно больше золота. Блин, я вот что-то думаю, я, в принципе, у меня аккаунт выставлен на продажу, я думаю,
Чё-то мне перестает нравиться эта идея. Сейчас сделаем, чуть побольше народ будет. Так что-то как-то, я не знаю. Оно мне вот сначала нравилось, но, блин, сейчас оно мне совершенно разонравилось. Почему-то. А, слушай, ну, ты знаешь, я, во-первых, как... Сейчас они посыпались немножко в ценах, я насколько знаю. Не, просто вот когда, это, вот когда у меня настроение было вообще вот никакое, блин, я вообще вот на все это наплевать было. Вот. Я как раз хотел. А сейчас, блин, как-то у меня вроде все немножко получше стало. Слушай, я сам с него кайфую, дружище. Эмбо у меня вообще зверь. Его бы еще в пятый релик бы загнать, на самом деле, чтобы он был немножко помощнее. Вот, так что я не знаю, я, короче, я думаю, наверное, сейчас буду снимать, потому что сейчас дорого не пол, нормальных денег не получишь. Не, Винсент, тебя ждал. Сейчас немножко побольше людей соберется. Ну, у Хакса у меня, слушай, у Хакса у меня вообще достаточно приличная скорость, Олег. Так. То есть 329 это мало или как? Я, в принципе, теоретически я могу его еще больше разогнать. Мог. Не, я могу его разогнать еще больше, на самом деле, реально могу. Там надо с кого-то снять модуль. То есть вот этого мало, да? Просто там, здесь у него защита все-таки так стоит. Я, в принципе, могу ему дать модуль на плюс 27 к скорости. Но там атака, по-моему, что ли, или эффективность, я не помню, херня какая-то. Владимир, ладно, погнали, блин, ульту брать. Кто не успел, тот опоздал. Здорово, Макс. Да, вот фазме нужно хорошее, это с тобой полностью согласен. Фазма у меня плюс 120. Я сейчас скажу точно. Сколько? Так, ладно, сейчас, дайте-ка я сначала. Надеюсь, я ее получу сейчас. И не, что-нибудь не пойдет через жопу. Ой, одна из моих любимых песен, кстати. Я вот после этой песни начал Мецатель очень сильно слушать. Нормально? Понятно. Сейчас. Ну. Го-го-го-го-го! Понял. Так, ну хватит трындеть-то. Так, что я не так делаю? Так, вот я так и знал, что какая-то херня здесь получится.
Так, 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 так. Фу. Фу, чуть не обосрался. Фу, чуть не... Да, 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 да. Так, я понял, что... Блин, волнуй, я... Слушай, Дима, Дим, я на самом деле тебе могу сказать, что я когда на стриме, я немножко все по-другому как-то у меня проходится. Я сто раз потом не замечал. Да. Ну чё? Глубина ярости! Бам! Отлично, все. Так, разгонять фазму, да? Так, погоди, а какой состав ты предлагаешь? Так, то есть... я так понимаю, Офу убирать, да, или кого? Или красного? Кайл, КБМ, Фазма, Хакс, плюс пилот или красный? Слушай, я думаю, красного все-таки попробую. Красный все-таки помощнее. Да, я так и думал. Так, Фазму, Фазму тоже быстро и очень делать, да? Держите меня, семеро. Так, стоп, а сколько сейчас у фазмы? Давай тогда сейчас посмотрю, сколько у фазмы сейчас вообще. 261, у Хакса у него что-то там какие-то скорости дикие. А она и так будет после Хакса идти, как ее не разгоняй. Я понял. Так. Так, я думаю... Так, по скорости сразу отсортировать это дело. Так. Я думаю, с дуку сниму. Дуку менее значительный. Понял. Так, нет, это мне пригодится. Так, эффективность же фазме не нужна. Да, здорово, Дмитрий. Успехи, ну, вроде бы успешные. Так, сейчас, я вот думаю. Нет, я думаю, все-таки Сталзин сниму. О, а здесь не надо ни с кого снимать, плюс 23. Я понял тебя, дружище. Угу. Так, блин, белый дуку, опять я остался без всего. Так, и здесь нужно что-нибудь такое веселое. А здесь, в принципе, любой подойдет модуль. Сейчас, секунду, я думаю, какой ему лучше поставить. Ага, так. Мы здесь такой модуль есть, блин, у него... Причем все там хорошо было бы. Но, блин, нет.
Ладно, так оставлю. Конечно, хочется вот здесь какой-то сделать. Так. Так, и сколько у меня показывают? Ну так, плюс 142, нормас. Да, я помню, что у него дебаф на скорость есть, масухи. Говоришь, вообще автобой, да? Давайте попробуем вообще автобой сделать. Просто красивый автобой. Так, ну что, поехали, да? А у меня еще не на что апать. Так, автобой, да, сразу запускаем? Или как? А давайте автобой запустим. Хочу посмотреть. Здорово. Может и нет. Может ни хера не получится. Я не знаю. Ну сейчас проверим. Так. Слушай, я что-то чувствую, сейчас будет херня какая-то. А, блин, точно таргет надо было убрать. А как я уберу таргет-то? Так, это... Опа! А ну-ка давай посмотрим. Не, ну сейчас я просру, да. Да, я понял, таргет надо было убрать. Сейчас ручками пройдем. Ничего, нормально. Ну, на автобое, да, раньше ты имеешь в виду, да? Но это я автобой запускал. Сейчас давай вручную проходите, будем смотреть. Буду учиться, во-первых, Олег. Вот, потому что я не совсем уверен, что у меня пока сейчас все получится. Блин, ну, жопорук, он и есть жопорук. Ой-ой. Так, сейчас. Слушай, а мне ничего так модули, я гляжу, что-то. Они мне даже где-то нравятся местами. Йоду надо одеть, блин, кстати. Йода голый, йода, блин, это плохо. Что-то... Виталий, здорово. Я что-то кучу всего поснимал. Да, на ВА одет был. Ну там на самом деле мне с модулями моему дохаться очень долго, я честно скажу.
И я дочь не любил. Ай, визер, здорово. Бонжур. Александр, привет. Так, кстати, я хотел тут попробовать новое это. Мне это, я не знаю, может, кто видел у меня на странице. Короче, Колевала выпустила видос, короче, я с ними на юбилей гонял, короче. Вот, и я хочу попробовать новую фишку. Новый читер попался, это плохо. Как вы смотрите на такое нововведение, чтобы запускать там, ну, 2-3, там, предположим, концертных роликов, там, что-то еще. Вот. Как вам нравится эта идея? Я понимаю, что это немножко расходится как бы с разными этими, с игровыми темами. Но если учесть, что у нас вообще как бы достаточно стрим получается достаточно музыкальные. Вот, я, честно говоря, так порадовался, у меня прям ностальгия накатила такая. А, нет, тут надо по-другому делать. Смотри, я, собственно говоря, я на самом деле все подготовил заранее. Ну, мало ли. Так, сейчас только посмотрю, у меня что с аренами. Так, сейчас Матекса дубану. Сейчас попробуем обязательно. Сейчас сделаем, да, ну. Бляха. Сейчас сделаем. Я на самом деле давно вынашиваю эту мысль насчет именно запуска клипов и все такое. Вот. Ну, сейчас посмотрим, короче. Блин, как назло, никаких зарядов нету. Собак страшный, ну ладно. О! Вот раньше не мог вылететь бомбер. Контратака редко, дико мешает, зараза. Отлично, разогнали. Да, что-то ошибку у нас сделал, дикую причем. Да,
Блин, все-таки вот я сколько не играю, я дико прусь от этого, от гривы. Но это вообще же божественная просто машина. Это реально просто охренительно. Когда херачишь. Так, сейчас быстренько поставлю чаёк. Пускай они мне пока там ведер в одно лицо мне что-нибудь приносит, что он мне должен принести. Все, погнали. Что там Рафа удохается, бедолага. Так, давайте ручками пройдем. Мне вот что-то только не нравится, что это. Хакс опять быстрый слишком. Так, ульту надо ждать, да? Вот сейчас. А, понятно. Все, я понял. Так, ульта, я понял, какую способность? Масух применять или вот эту херню? Я понял уже. Все, я понял. Да, там-то... Привет, ульту взял. Да. Как 60 набирает? Блин, ну, по мне так лучше дождаться побольше, чтобы было. Так, ну что, давайте попробуем. Сейчас я себе чайку насажу только. Потому что я хочу, так сказать, самолюбование. Это такая штука полезная. Как насколько... Что пипец. Ну блин, ульта это все. Мне нравится. И походу я в этой игре еще задержусь. Кайла соло пустит, да, зачем, что он просто убил и все. Так, ну что, давайте попробуем. Так. Опа-па. Так, сейчас. Это, говорю, первая попытка, ребят, собственно говоря, делать вот эту фигню.
Это годичной давности концерт. Или полуторагодичный, не помню, или двух. Не громко? Ностальгия такая. Я потом найду, у меня есть старый вариант этой песни. До чего техника дошла, да? Ну, правда, я с ними больше не играл, как бы. Никита вообще очень хороший гитарист. Один из лучших гитаристов, с которым я работал. На стрим живую, во-первых, это я с ними сейчас не играю, это говорю, это был юбилейный концерт, когда они собирали первый состав. А у них так, я не знаю, когда концерт даже сейчас. Сейчас все непонятное. Так, сейчас... Опа. Вот такая вот штучка. Я что-то скинул, меня просто дико порадовало, я думаю, поделиться хотел. Вот так, короче, поехали. Что у нас здесь? О, Джедай Педабир, отлично. Сейчас будем его бить. Ну, я думаю, если вам вообще вот эта тема зашла, вот, я думаю, что я буду подбирать на каждый стрим, постараюсь
подбирать по одной, две, три композиции, может, каких-то. Ну, естественно, это не ACDC, не Motorhead, за которые просто YouTube не будет так мозги компостировать. Оп. Юр, здорово! Ой, не туда жахнул, ну ладно. Склевал-то я играл. Нет, там просто... Там гемор ему... Ну, попробуем, короче, посмотрим. Надо куда-то двигаться дальше, надо что-то дальше думать. Вот. Поэтому я как раз и думаю. А так как я в этой теме хорошо разбираюсь, всегда можно что-то придумать. Сейчас. Ага, да, я обратил внимание. Да, я обратил внимание, Дим. Ну, потому что привыкли к другому. Привет, Дмитрий. К этому надо просто приучать, я думаю. Ну, опять же, непонятно, что, кто, что, как. Блин. Станислав, благодарю, дружище. Спасибо. Спасибо, дружище. Получение ГС, а я так, я же два этапа получал, поэтому как бы не стал париться даже. Олег, тебе тоже привет от Рафа. Ну, мысль, Дим, я понял твою. Я просто давно планирую что-то вот в таком, как в такой уйти, как бы этот. А он, погоди, он появился уже в этом? Да блин, нет, он вообще полезный персонаж. Погоди, он разве появился? Я что-то пропустил? Мандо появился в этом? Блин, он же сейчас пока только за эти. В поставках, извини меня, не. Нет, этот пока он в поставках я не буду его получать. Ну а как только, так сразу. Вот я и говорю, что его еще нету. Блин, его надо получать, он вообще крайне полезный персонаж. Так же, как и Карго, у Карго шикарный персонаж. Ну, смысл кристалл на это тратить? Так, вот здесь как чего делать? Так, стоп, погоди, там нет случайно этих таргетов.
Нету. Так, вот сейчас я буду, скорее всего, могу налажать, блин. Но постараюсь этого не делать. Ну, я давно топы, во-первых, не собирал уже, давно топы. Блин. Сука. Kui mõni kord juhtub susi jalast on vesi, siis uni. Так, я понимаю, что, скорее всего, я что-то не так сделал, что надо было как-то по-другому сделать. Так, с Рэй Так, вот сейчас чем дить? Станислав, сейчас, секундочку, благодарю. Оповещение на... Сейчас, секундочку, а про что? Что, я сейчас могу ульту уже включить или подождать пока ее? Вот сейчас что делать? Стан в ГЭСа? Окей. Так, я думаю, я сейчас лоханулся где-то. Стоп. Давай, все-таки я ульту сделаю. Я понимаю, что... Потому что сейчас она прыгнет и будет перда. Да вот я говорю, сейчас, скорее всего, налажаю. Бля, вот здесь что-то не так делал, погоди. А я не... Опа. Я понимаю, что я сейчас сделал... Ну, сейчас просто она кританула и все. Бля. Так, я понял, что я где-то сейчас налажал. Стан в ГЭСа, ульту после рейки, да? Ульту после рейки, блин. Не, ну это, в принципе, было бы логично. Я просто побоялся, что меня сейчас уложат и все. Давай еще разок попробуем. Я вот не совсем понимаю, блин, все равно механику. Да, я понимаю, что не так играет. Так как? Вот сейчас я все правильно делаю, правильно же? Так, стой. Блин, понял. Так, сейчас. Слушай, надо привыкнуть к этой фигне, потому что я реально, я просто не понимаю, как. Опа!
Не, ну я помню, что она там это. Погоди, погоди, сейчас. Во! Получилось, ебать! Приятно. Просто привыкнуть надо, Олег. Я в первый же раз вообще играю всей этой шнягой. Не судите строго, батенька. А вот как вот с этой пачкой бороться? Да, давай почитаем. Я читал уже, как она набирается. Я специально копил 100 стаков абсолютного заряда. Потому что 3 хода делают, я знаю. Принимает агрессивную штуку, но... Я это читал. Вот эта пачка бьет все, да? Я понял. А, объясню, потому что мне казалось, что у него АУЕ разгоняется, нет разве? Так, сейчас, мне же там донатили, сейчас, ребят. Сейчас я все прочту и все такое. А, то есть вот так вот, да? Блять, сука. Ну вот, слушай, смотри. Так, а на этого не распространяется же, да? Так, вот здесь как? И просто надо привыкнуть, блин, как играть. Это херотой. А, понял. Рано ульту. В ГЗ стан, понял. Ну видишь, говорю, Олег, я пока только привыкаю. Считай, блин, что это. Я долго буду привыкать, я игры 2-3 буду привыкать. Так, Гэсэстан, я понял. Ну да, я согласен, там ошибочка была. Потому что Гэс паскуда. Мог поднасрать сильно. Понял. Понял, ребят. Не ругайтесь, блин. Интересно, он хоть чем-нибудь ударил, кстати, меня, этот чел? Так, а я сейчас пока посмотрю, там мне... Серж, здорово. Спасибо. Спасибо, дорогой.
Слушай, люк я сам хочу. Хотелось бы оповещение о таком стриме. Если будет. Ну, блин, у него автостановка. Хоть достаточно сейчас. Нет, не 3 на 3, почему? 5 на 5. А где ты видел у нас 3 на 3? Угу. Не, сейчас надо готовиться к люку, блин, что делать? Вот это да. Так, стой, снова, так, заглушитель на два входа. Так, это я помню скилл. А где чего надо, погоди. А вот здесь я ошибочку делаю с красным. Игорь, здорово. По идее, красным надо сразу ставить эту. Чих, ну чтоб преимущество давал он всем. Понял. Да, я понял уже. Да, Олег, спасибо. Понял, принял. Ну вот это, по идее, вообще автобой, правильно же? КГВЗ. Блин, может еще попытаться фазму разогнать? Естественно, сначала разгон, а потом вернул форму, да. На рей могу также на авто, да? Окей. Блин, слушай, вот я на самом деле, мне очень нравится, что фазма вернулась. Это прям на арену она вернулась, это реально круто. Может и седьмой реликт дать? Хотя нет, сейчас не буду распыляться, сейчас нужно разных этих. Бля, где она у меня? Так. Фазму, в принципе, теоретически я могу, если офицера раздеть, а офицера могу раздеть. Ну да, естественно. Так, я думаю, смотри. На офицере у меня вообще бешеная скорость достаточно стоит тоже. Если мне память не изменяет. Плюс 159, да. То есть я могу еще больше разогнать.
Да, точно могу ее разогнать. Пипец, аж. Так. Так. Это оставляем. Так, да. Так, единственное, она, у нее защита будет меньше. Так. Так, я думаю, вот этот здесь вот модуль, в принципе, он не нужен. Думаю, не нужен, не такой красивый. Но защиты меньше будет, это херово. Ну так, по-моему, нормально, да? О, и у меня случайно получилось еще, что я стойкости, я не обратил внимания. Насколько, кстати, получилось? 156, ну нормально. Теоретически можно еще ее разогнать. На единичке, на 2, на 3. Не, Хакс не обобрал. Я Офа обобрал. Они, кстати, похожи внешне. Я сначала думал, что это Хакс. Такой. Где он? Сейчас найду Офа. Он провалился в Ата Израиль. А, вот он провалился. У него остался один модный модуль, и все. На плюс 21 к скорости. Все-таки. Пока вот так сделаю, пускай так будет, и там дальше видно будет. Так что нет, я Хакса не обобрал. Так, стоп, погоди, у меня, кстати... А, не, ну Хакс все равно быстрее, да. Хакса, в принципе, я еще теоретически могу разогнать, но я думаю, не стоит этого делать. Так, дайте-ка попробую автобой, вот сейчас мне просто интересно. Да я знаю, что она получает. Да тут бесполезно, это можно и так делать. Да, я помню. Ну чё, I am back!
Ну да. Да, естественно, да, естественно, я ей буду принц авто. Чертяк, а ты меня провоцируешь. Я соскучился по авто. Я авто не бил толком с этого. Здорово, Верда. Здорово, дружище. Дим, я понял, я услышал тебя. Слушай, я все время это вижу, убрал и ГГ. ГГ это что, это генерал Гривус или что это? Сообщение, все работает. Ребят, если кого-то пропустил, кто-то кинул код союзника, прошу пардона, кидайте еще. Здорово. Так, а пока, кстати, время идет, я думаю, дайте-ка я, может, еще сейчас запущу одну песенку. Сейчас пока запущу, пускай не бьют. Так, ну-ка. Я тут наткнулся, Дим, сегодня лазил, смотрел, вообще наткнулся, как мы в Беларуси в Речице играли концерт. Сейчас найду. Попробуем еще сделать, да? Так. Опа. Так, сейчас, секундочку. Вот такое. Это вот моя команда, собственно говоря. Пока там протянется время. Кидай код союзника. Вот это моя настоящая команда. Вообще золотой состав. Ну, правда, это тут записи с телефона, по-моему, делалось. Или вообще с фотоаппарата какого-то непонятного. То есть качество, конечно, намного хуже. Блин, что-то мне звук не нравится ни хера. Надо по звуку, наверное, отбирать все-таки. Винсент, кидай код союзника. О, я еще без татуировок. Тихо, да? Говорите, я просто не могу мониторить. Тебя не боришься смотреть, ты стоишь как будто голый, ни одной татуировки. Ладно, мне что-то вот реально не нравится звук. Так, ладно, давайте дальше продолжим наши дела. Тут уже все в порядке, я думаю. Уже откатился КД. Опа.
Вот, ну как вам вообще нравится идея вот, вот эта? Просто это первый как бы опыт вообще. Так что если что, пишите как бы в личку и все такое, если, если понравилась идея. Будем продолжать эту тему. Блин, ну Винс, ты опять не можешь написать код, блин. Что, что ты человек такой? Да. Ой, да, давно, да, довольно старое выступление, я помню, блин. Так, я вчера занимал... Дайте-ка я, кстати, посмотрю, что мне. Слушай, ты что ты, Винсент, что ты за человек такой? Почему ты не можешь это нормально написать, блин? Ты меня убиваешь просто. Я просто убиваешь. Сейчас, секунду. Посмотрю, что у меня вчера было. Я не помню, что у меня на флоте вчера было. Спасибо, Верда. А, стоп, я вчера второе место занимал, я помню, да. Стоп, я вчера первое место занял, это как? Первое место, значит, и второе, значит, могу смело. Значит, могу там в китайоду долбануть. Могу. Могу, умею, практикую. Спасибо. Верт, блин. А, это, блин, этот Винсент, да, там капсит. Ну, блин, у всех пишут, у тебя не пишет. Вот человек сейчас взял, написал. Слушай, может, это какой-то секретный код? Знаешь, как там сокол, сокол, я березка, коршуны, я падали, и все такое. Это единственное объяснение, почему не пишется этот код. Бабынь, бабынь, бабынь. А, ну ладно, если так. И чего, что у меня у Верды модерка есть? Это никак не связано, дружище. Вот реально никак не связано. Да ты задрал уже. Без чего ты бежишь? Блин, вот сколько я помню свой канал, постоянно у всех это проблема. Вернее, у половины. У половины все нормально получается? Не, я понимаю, на YouTube надо может затупить. Да, я согласен. Но не в такой степени. Верда опять улетел в мьют. Верда, у меня... Тьфу, Верда, Винсент, у тебя, короче, фишка вся в том, что ты нас, что тут настроено все на... таким образом, что если капсишь, начинаешь, капсишь, начинаешь, ты сразу в мьют за, и улетаешь. Так что без этого. Не хулигань. Так, сейчас я долбану принцессу. Пробуем автобой. Олег, ты меня прям соблазняешь, чертяка. То есть просто тупо автобой, да? Да блин, еще один код не может отправить. Сейчас, секунду. Ех! Жух! Так, сейчас херово может все закончиться.
Так, хочу автобой. Ну, да, да, блин, ну где автобой-то, сучара? А, вот так вот даже, да? О, блин, это круто! Это вообще волшебство какое-то. Это песня, песня чего-то там, блин. Блин, да что вы не можете код отправить? Чё, для кого хреново? Да? Да, я чекну, 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 чекну. А что тут еще чекать? Во-первых, я не понимаю, как можно чекать. Я вообще не особо желания не испытываю чекать аккаунт с ником Молалайза, потому что это... То есть вообще он безликий аккаунт, начнем с того. Да блин, да что ж такое-то? Ну почему Дима нормально отправлял? Кирмус, а у меня есть твой код союзника еще? А, не надо? Я понял. Здорово, Эдвек! Со скоростью плюс процент шага на старте? Так, ну давай поглядим. Я не вижу, пока что-то можно глядеть. А чё под Вейдером не хочет человек? Какой у него? 82 уровень уже есть, соответственно. Ты можешь получить Z, можешь получить. Просто тупо империи воевать и все по-имперски, так сказать, насаждать отбой и деградацию. Либо, как вариант, блин, опять же, сепаратистов. Нут есть, дуку есть, самфак есть. Осаж нету, осаж сюда очень хорошо зашла. Но есть дроид, нет, дроидик не пойдет сюда. B1 можно попробовать поставить, и альфу поставить того же самого. Вот тебе вообще сказка будет. Слушай, я, кстати, об этом не думал, White Wag. Слушай, а может ты прав? Ну, блин, а бот нельзя же отключать. Надо, блин, с этим разобраться, с этим ботом. Может у него... Да не, вряд ли. Хотя, погоди, кто-то сейчас писал... Слушай, вот действительно мог вот такая херня быть. Не, хотя с другой стороны... тогда бы я видел, что он заглушен здесь. И у меня появлялся бы, и потом глушил. Нет. Видно все, Дим. Просто у одних почему-то все это нормально получается, у других нихера не получается. Мне это интересно, почему.
Да, 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 я вижу. Так. Я на самом деле, смотри, смотри, Blackface, здорово. Я на самом деле вот сейчас прикинул, думаю, примерно где-то раз в 30-40 можно запускать какой-нибудь ролик там концертный, либо еще что-то, если вам нравится эта идея. Ну так, чтобы разгрузить как бы обстановочку. А то порой такая напряженная, что прямо пипец. Блин, надо теперь этого, как его, вампу, блин, и прочих поднимать. Хочу люка. Правда, мне со светлыми никогда не везло. А, Олег, а ты сейчас что? Вот я не вижу, я вижу только еще раз тест, и все. И больше ничего не вижу. Популярные особенно нельзя делать, дружище. Почему? Потому что за популярные, ну, выебут и высушат YouTube. Вот. Это не совсем хорошо. Но я подумаю, как это сделать. Я давно мудохаюсь. А вот так отлично. Прошло. Это ж ты, да? О, спасибо, спасибо. Самое интересное, Дим, что я не вижу вот этих ходов, а ты видишь, блин, как так? У меня от этого, кстати, кукундель уезжает, блин. Grand Inquisitor. Так, дружище, а в чем вопрос заключается? Да, Станиславус. ГЭСа? ГЭСа в смысле, блин. А у тебя, погоди, у тебя есть? А где у тебя ГЭС? А, понятно. Все, блин, я сначала не встал, блин, думаю, о чем речь. Так, смотри. Ну, падла хорошо, Асока хорошо. Ситрипио даже поднял. Слушай, я Ситрипио в 12-м теле проходил нормально. Шакти, слушай, вообще нормас. Там меня больше беспокоит, меня больше напрягала там, кстати, вот эта тема. С сепаратистами где. О, 7-я, Саш Вентерс, блин, это зло. Ты зло творишь, дружище. Б1, Магнастраж. Дродику я бы поднял, на самом деле. Дродик, он же постоянно там в призыв приходит. И Б1, блин. Да ладно. Попробуй. Я говорю, Б1 без релика — это херня. Хартнес, благодарю, дружище. Я не знаю, ты сказал, что ГС рубит легенду. ГС рубит легенду. Да, Кайло рубит. А Рейон, насколько я понимаю, там просто сборная солянка бьет его. Никакого схода, нету режима скрытности никакого. Просто ход союзника забиваешь и в этом. Ты меня можешь найти просто тупо по гильдии, по той же самой. 4 ПД камина. Так что нет, никакого скрытого режима нет, я ни от кого не скрываю, честно.
Ну вообще не может такого быть. Может, ты неправильно код мой списал, написал? Так. Так, ладно, сейчас давайте. Пистол пыта будем убивать. Так, Олег, есть какие-то эти темы здесь, что я что не так? Хотя наверняка. Или как попробовать сделать сначала просто не париться и просто попробовать автобой? Автобой, мы всегда с тобой, правильно? Нет, все-таки это. Так, что-то вот здесь херово. Эх, я ульту пропустил, блин, я про ульту забыл. Блин, я лошар про ульту забыл, блин. Привык без ульты играть. А, в смысле, каких медведей? Твоих? А, понял, сейчас. Так, кстати, чего у него? А вот сейчас вот реально сложно. Кстати, у него намного быстрее он. А, в смысле, зачем я Кайла бью? Мог Красло... Блин, слушай, я что-то как-то немножко теряюсь все равно, блин, пока, Олег. Нет, да нет, да, я уже понял, я понял, что я ошибок навертел. Волнуюсь я. Да, вполне можно. Но я прохожу его нормально. Слушай, да я проходил его вообще очень легко, как-то вообще без напряга, вообще проходил. Да. Так, погоди, потерялся. Что вопрос? А, мишка. Да ладно. Вот так даже. Да тут ты читер, блин, ну я одно могу сказать. Я, конечно, шучу. Ну, блин, жестко. Золотым можно пройти, да. Вполне. Ну я вот смотри, у меня были все жуки просто золотые были и все. Станиславус. Я спокойненько проходил на тамбора. Любишь ты БДСМ? Блин, вот как вот этого гаденыша. Так, я понял, что я где-то ошибся. Ладно, подождем, время есть. А чё я полез, сейчас там картворд бьет, берет его. Я, кстати, что-то перестарался, потому что мне пока не надо сюда лезть, потому что там у Картморта, он мне только что предупреждал, что не забудь. Я сказал, не забуду, и уже забыл. А ВА сегодня, у меня вот такой ВА, понимаешь? Ну, можно отбить, блин, конечно. Но я, честно говоря, не понимаю, зачем его отбивать даже. Ну вот так вот все здесь. Все вот так вот грустно.
Я вот, честно говоря, я немножко расти в растерянности, чем это бить, вот это говно, блин, потому что тут все слишком как-то все жутко и неопределенно. Ну, при условии того, что он, я сомневаюсь, что он вообще что-то будет. Какую? Давай нижнюю. Империя стихов. Так, у меня же здесь модули есть, правда, говно модули, но есть. Блин. Да. Блин, надо было на эту. Надо было на падло. Слушай, зеркало. Я не смогу поставить такое зеркало. Ну, блин. Ну. Так. Вот это кем снести можно? Что-то не подумал. Нарситхами, трей там и все такое. Здорово, баба. Ведром? А ведром могу не это. Ведром я не уверен, что вытащу. Это же Падме. У нее, смотри, у нее здесь Шакти, в принципе, на четвертом релике. И, по-моему, это кто? Эх, да? С другой стороны. Блин, не хочу выдром. Не, ну можно вообще с ситхами чисто пройти просто. По трее посмотреть, что получится. Что-то как-то вообще грустно. Абсолютная власть! А мне не надо все закрыть. Чем он будет закрывать? У него автостановка. Вот это мне особенно нравится. Вот это сильно, очень сильно, бодро, молодежно. Здорово. Спасибо, дружище. Ну да, наверное, это преимущество в этом есть, что я выбрал такое время. Ребят, я все интересуюсь, так практически мало кто пишет, как вам вообще идея с разными там концертными роликами и все такое. Да, все-таки ульта, естественно.
Так, погнали. 31 минута. Можно. Так, ну что, погнали, погнали. Но я на авто, все, пока на автобой все-таки не буду. Сученыш, а? Мешается мне только. А! Блядь! Че-то вот это было неожиданно. Ну ладно. Только я разошелся, думаю, сейчас все сделаю, всех победю. Да. Ладно, блядь, давайте докупимся, все равно это развлекуха, это прикольно, это смешно. Да. Я понял, что Хакса надо валить перед Кайло, я уже понял, когда этого не сделал. Блин, сученыш, вот этот гаденыш мне мешает, там всю жизнь мне обосрал. Погоди, то есть вот сейчас валить Хакса, да, надо? Ага. Эх, блин. Вот сейчас я рано это сделал, вон туда. Блин, да что такое? Что за херня? Красный у меня нормально одет. И как у него он одет? А, он у него в атаку одет, да? Так, ну куда еще раз, блин, я что-то разлился. Вот что за херня пошла? У меня атаки больше, дружище. Спасибо за совет. Да я ошибся на самом деле с ультой, блин, вот я ошибся, это точно. Так, то есть сначала Хакса, да, убиваем. Замечательно. Замечательно пошло. Блять. Ну да, надо было, чтобы подождать, чтобы два хода было. Так, ладно, давай еще разок учимся. Что я не так делаю?
Я думаю, у меня, во-первых... Ассист в Кайла, думаешь, сразу надо давать? Я думал, что, блин, ассист в Кайла надо давать. Вот да, вот так правильно. Слушай, я лошара, надо было сразу так делать. Все, я понял. Я что-то кто-то там написал, не вздумай сразу валить. Надо сначала Хакса валить, но я что-то и валил, блин. То есть я дважды мог ассиста в Кайла дать и убить его нахер. Ну ладно, я вернулся, блин, и все такое. Зато теперь я могу смело еще 20 минут, я могу спокойненько, не парясь, вообще не заморачиваясь, автобой врубать и все. И есть маза, что автобой сыграет лучше, чем я. Кстати, вот эту локу, я думаю, не закрою, потому что у меня вот этого нечем пока закрыть. Да чё это Лораб страдает? Лораб страдать не будет, он хороший игрок. Зачем Лораб? Зачем? Чё ты такой злой? Не надо Лорабу страдать. А, точно. Ну, а в таком случае... Привет, Руслан. Да по чуть-чуть учусь играть постепенно этим. По чуть учусь играть Кайлой с ультой. Слушай, я не в курсе. Не, ну как, а ты когда заходил последний раз, дружище? Потому что на самом деле дофига. Да, когда с Хаксом, я думаю, надо делать по-другому. Когда из Хакса в тусовке есть, там надо, я думаю, валить просто это. Сначала просто басуху запускать на АУЕшную. Так что, Руслан, я не знаю, когда ты заходил, поэтому не могу тебе точно сказать. Когда-то, вот, слушай, ну, я никаких обновлений особенных не заметил. Да, действительно, что это я? Привычка.
Слушай, да, у меня, кстати, лидерка Хакса тоже же хороша. Если Хакса поставить лидером, вот мне интересно просто. У меня есть время, короче. А, на iOS, я не знаю, у меня же не iOS. iOS. А вот это мне вот эти нижние пачки я могу разбить. Верхнюю хер. Там Кайло в одно лицо ушатает все. Охотник, проблема в том, что ты, когда ты ставишь Малака или еще кого-нибудь, ты противнику даешь преимущество. А я подумал, слушай, а если лидером против ПП, лидером Хакса ставить? Да, естественно, автобоем все будет. А. Давай контент! Хлеба и зрелищ! А, хотите хлеба и зрелищ? Так, это смонтировали. В этом в туре однажды был дел, короче, сейчас покажу. Ну, слушай, дурацкий видос, я не знаю. Это причем меня сняли, когда я шел лютовал и ругался. Сейчас найду. Вот получилось абсолютно по-дурацки, но смешно вроде бы. Местами. Это снял наш водитель, причем. Пока там откат есть. Так, а вот такая фигня. Это я шел, собственно говоря, разбираться, он меня туда-сюда назад начал мотать. Потом залил. Это туровое видео. Вот такая херня была. Так, ладно, погнали дальше. А что за акция? Ребят, я на самом деле серьезно спрашиваю, как вам нравится вообще формат такого плана, чтобы не только, короче, был. Ну, привет, Ксперинга. Здорово, здорово. Так, а чё-то я без музыки-то сижу, блин. Дайте-ка колевалу запущу, чё-нибудь погрустнее. Так, колевалу запущу и пойду... О, я же Z-у ещё не получил, ещё одну. Z надо много, много, господа. А? Чайку пойду поставлю пока. А! Понял. Блин, я забыл, говорю. Я же говорю, я больше, я сколько... 5 недель, у меня была жестокая совершенно депрессия, ребят, поэтому, говорю, у меня как в тумане это все время. Корабль хорош, блин, но я не получил его. Ну да, я просто, ребят, я сейчас в процессе нащупывания.
Я не знаю, я немножко хочу разбавить как бы вот это звездовое новую, вот эту всю, всю широкую, хотя нет, она мне все по-прежнему, она мне нравится и все такое. Вот. То есть тут головной вопрос. Антон, здорово. Так, я помню, что ты меня что-то спрашивал вчера. Вот, и какой лайф, лайф бывает разный, понимаете? Вот, это, собственно говоря, это важный момент очень. Так, сколько у меня там попыток осталось? Я попробую, хочу попробовать Хакса. Попробовать лидером поставить. Я не пробовал, мне интересно просто, что будет. И поставить автобой. Просто посмотреть, получится, не получится. Мне просто любопытно. Так, сейчас, секунду. Не, я думаю, не получится. Как сам хуже. Я просто видел, что его ставят, как бы старательно. Ставили одно время. И все, и слился. Ну да, это в принципе логично. У лидерка у этого намного злее. Ну блин, попробовать-то надо было. Ржавого. Все уже напробовались, а это нет еще, блин. И, кстати, я думаю, что Хакса надо все-таки в седьмой релик одевать. Наверное. Кидай. А. А, ну да, там же Кайла доделали. Он же был недоделанный. Ну, в принципе, да. Нет, так-то у меня красный хороший охотник, если чего. Ну, я имею в виду, у него моддинг-то почти правильный. И все в атаку упорото. У меня даже вон стрелка на атаку. Просто единственное, у меня сейчас ресурсов не хватает, чтобы все это дело в шеститочечные поставить. Вот если я сделаю 6 на 6 точек, все, это будет перда, а не модули. Местами. Наверное, может быть. Блин, что такая грустная песня? Дайте что-нибудь повеселее. В Дискорд? А что ты там в Дискорд скинул? Слушай, я немножко поможу, посмотрю, ладно, Антон. Ага. Блин, вот мне надо все-таки пощупать, посмотреть какие-то модули поинтереснее. Под... Вот с атакой просто, атака плюс атака плюс атака, нет такого. Есть атака плюс атака, но здоровье. Вот этот модуль есть, в принципе, у него... Но здесь хорошая атака все равно. Я же подбирал, под, это же с Йоды я, по-моему, модули снимал. И там хороший разгон был. Николаевич. Так. Не, ну здесь намного лучше модули. Вот с этого можно, по идее, его что-то выжить. 83. Ну, блин. Не, пресс, наверное, пока не буду я трогать его. А, кстати, вот здесь вообще модуль без скорости даже. Здесь просто модуль атаки до хера и все.
А, Руслан, я не понял тебя, блин, вот сейчас вообще красный в ПП лучше, он мощный. Я понимаю, что он мощный. Лучше, чем что? Это мне вот напоминает, как фильм был «Постал». Скажите, что лучше? Утка? И? Блин, чё же он... А, понятно, торчит. Здорово, Руслан. Он же давно идет стрим-то. Так, жду этих упырей. Пока побалуюсь. Так что я тебя не понял, твое, что значит он лучше, он мощный. Ну, блин, я сейчас фармлю, посмотрим. Я понял, ребята, давайте, кстати, засмотрим тогда. Сейчас, секундочку. Это же можно выводить сюда. Я же сделал, что это можно выводить. Сейчас сделаем. Понял. Чудо сие есть, да. Так, давайте пока посмотрим. Пока у меня ульта откатывается. Ту, откатывается эта фигня. Так, сейчас мы берем и закрываем. Собственно говоря, вот человек прислал видео. Ты не против же, Антон? Как убивает Кайла с ультой без этого? Классичным составом древа. Мне, кстати, самому интересно. Интересно. Я, например, я сколько не получалось, не бился, у меня не получалось ни хера. Гранату! Отлично. Слушай. Прикольно. Блин. Антон. Могу, умею, практикую, что называется. Молодца. Так, где у меня, блин, тут я запутался в этих. Молодца. Ну, у тебя там был пилот, насколько я понял. Ну, у него модули, насколько я помню. А кинь код союзника, чтобы у кого-то там разрыв сердца не случился, Антон. Сейчас посмотрим. У него, насколько я помню, там все хорошо с моддингом. Но у него на ХХ моды, насколько я помню, если мне память не изменяет, примерно такие, как у меня. Бля. Мне кажется, дебил. Да, ну, заморочился человек. Молодец, просто одно слово. Молодец. Я ж дебил, блин. А, у меня здесь скорость. У меня вот в пятом релике, насколько у меня вот так получилось.
У тебя там и так было два танка. У тебя и пилота два танка было. Ну окей, не, нет так нет. Блин. А, нет, но мне все равно не особо хорошо. Я что-то вспомнил, что у меня есть тут вообще дикие модули. А, да-да-да, был один танк, да-да-да-да-да. Да. Я что-то запутался уже. Память, блин, нифига не это. Да-да-да. Ну, кстати, пилот сопротивления мерзкий достаточно типчик. В шоке. Ну слушай, я думаю, как-то. Я думаю, что у тебя с моддингом как бы не все. У них там с моддингом, скорее всего, не особо хорошо. Потому что. Так. Дайте-ка карт Морта сейчас убью, блин, на автобое, наверное. Или не убью. Так. Я просто переставляю пачку, чтобы меня далеко не унесли. Блин, да, вот ошибочка. Ладно. До самых небес, а душа его, то ли бог, то ли бес, то ли вор, то ли пойман, памятью лет моих украденных лет. А почему ты, кстати, его Малок называешь? Я хотел все спросить, он же Малак. Ну да, я тебе хотел сказать, что как раз она фатальная. Абсолютная власть. Блин, какая-то сволочь что-то жарит, готовит что-то очень вкусное, видать. Это свинство такое делать. Вообще, это просто издевательство над людьми. Что-то, блин, вкусное реально готовит. Собаки страшные. Я даже знаю, кто. Прям через стеночку. Так.
Здрасте, мои 500 кри. Я по вам так скучал. Я пипец по вам как скучал. Блин, вот сейчас этот мудак будет сидеть здесь. О. Блин, сука, вот сейчас этот америкос мудацкий будет меня долго мурыжить. Ребят, кстати, присылайте, если что, в Дискорде вот это все смотреть, разбирать будем, что и все такое. Здесь интересно. Ну, скорость я не могу сказать, что у нее такая высокая. Так, у тебя пятый релик. Так же, как у меня. Слушай, у нас примерно одинаковый с тобой урон. У меня ХК. Да, все так же. Блин, что-то все какие-то грустные песни сплошные, блин, идут. Нафиг, не хочу грустного. Хочу веселья. Так что вот на хакай, говорю, у тебя практически такие же, как у меня остались. Ну, там, плюс-минус. Ну, блин, то, что ты убиваешь этих, чё ж ты за арена такая? Слушай, код союзника того чела, который ты скинул, которого вынес, можешь скинуть? Просто интересно посмотреть, что у него за модули. Потому что мне кажется, что в этом тоже может иметь смысл такая фигня. Блин, что же они такой вкусный готовят? Это, блин, садизм какой-то. Блин, тут одинаковые херри. Ой, блин, вот это ненавижу. Вот это реально не люблю. А, это то же самое нужно. Блин, а мне же сейчас уже не копить эту ульту-то. Можно, не напрягаясь, делать эту всю фигню. И ничего не выпало, как обычно. Все надо. Ну что, добываем осколочки. Данте, здорово. Спасибо. Спасибо, дружище.
Блин, слушай, как же легко все стало, блин, сразу. Ульту получил и все. Какая-то собака курит. Блин, ну вот это больше всего бесит. Когда сам не куришь, блин, кто-то тебя прям задувает. Красиво. Ну, в смысле, не бесит, но так. Блин, все остальные это просто поддержка. Что тут вообще у нас из деталек пришло? Блин, ну слушай, какой кайф, блин. Я на первом месте, это замечательно. Люблю быть на первом месте. А, кстати, надо еще сейчас на второй залезть. Они что, издеваются, что ли? Ну да, блин, сейчас я напишу, блин, что он шевелил булками своими американскими. Сейчас напишу этому пиндосне. Потому что я вижу, что ни Боба нету, никого нету, блин. А мне обходить их по кривой дорожке? Вот реально что-то неохота. Потому что мне тупо не хватит, надо будет докупаться. Так они вдвоем встали, видишь, меня блокируют просто. Мне либо пятый, либо шестой. Мне на второе место сегодня, соответственно, я могу на шестой прыгать. Да это мудила. А он, мы с ним просто, он мне пытался доказать, что он просто полез, перевез на мое время, не спросив меня. И начал потом выебывать, что я с ним делился. Я его нахер послал.
Он сказал, я тебе тогда буду скидывать. Я говорю, ну, блин, тогда ты, я говорю, будешь против всего шарда. Вот. Вот, он так и вот, он периодически так тупит. Может, тупит, я не знаю, может, я слишком плохо думаю о людях. И просто меня в последнее время жизнь приучила, что лучше думать о людях плохо, чем думать хорошо как-то. Когда думаешь, они хорошо, они тебя могут удивить очень неожиданно. Ну, это, конечно, шутка местами. Ну, конечно, шутки из доли шутки. Омега. Ну что, нормально. Сейчас посмотрим. Здесь, я думаю, здесь все будет тухло. Ему нечем бить, мои составы и все такое. Но я две локи закрыл, все. На этом можно успокоиться, остановиться. Блин, а у меня что, все, насколько я понимаю, да, все закончилось? Да, конечно. Ник, у тебя зачетный, дружище. Кидай код союзника. Блять, и чего они? Ну вот это на самом деле блядство перекрывать вот все вот эти вот. Ну флот, кстати, а чё так слабо? Почему на 22-м месте, на таком месте, не на 22-м, почему на таком месте, на 202-м месте? А, ну понятно, почему у тебя скиллы вообще не подняты. В принципе, флот жуков, он хорош. Это же начальный этап у тебя, правильно? Смотри, здесь прежде всего закрыть все пассивки надо. Прежде всего, я не знаю, я бы в первую очередь закрыл бы пассивку шпиона и солдата. Так, насколько я помню... Я уже не помню, давно был. Я же гайд выпускал по этому делу, кстати. То есть шпион, солдат, как бы. Потому что солдат постоянно в ассист приходит. Вот, а так просто прокачай и смотри, еще момент один. Я подозреваю, да, вот я здесь вижу то, что я вижу. У тебя вот эти модули, они тебе режут как бы мощь твоего корабля, соответственно, у тебя скорость падает и все такое. Вот. По арене я вообще не понимаю, что у тебя такая за хрень. Почему у тебя так все слабо? Потому что с этим паком... Хотя не понимаю. Тебе дуку бы сюда поставить вместо погля того же самого. Я бы под нутом сделал пог графа дуку, смотри. А Саш Вентрас, она легко собирается, как бы. Ну, шпиона бы оставил джанозийского и сам фака. Было бы интереснее намного.
Вот, ну смотри, у тебя, кстати, есть Вейдер. Ну, блин, Вейдер на 5 звезд, мне кажется, херня будет. Я думаю, я бы так бы оставил. Ну вот, ну и по модулям, вот такие, вот такие модули, вот 26 скорости, ладно, так. Вот такие модули плюс 3 скорости, что-то их, я не знаю, вот это вообще модуль без всего. Тем более, джанозийский солдат, ты вот этот поставил ему модуль, да, и эффективность, зачем ему эффективность? Ему эффективность нахер не нужна. Он от этого эффективнее бить не начнет. И ему вообще крит шанс увидеть задрать как можно сильнее, чтобы у него каждый удар был критическим. Делается это также модулями. Ну и, соответственно, прокачать. Омеги расставить. Так, прецнормас. То есть направление правильное, просто немножко, на мой взгляд, немножко не так сделал. Погнали. А, нет, что, обращайся. Вот, ну смотри, можно, кстати, поэкспериментировать, у тебя и Траун есть, и Вейдер, и, в принципе, ты можешь там еще... Сейчас я еще покопаюсь, посмотрю, чего там еще можно сделать, посмотреть просто надо. Ох, отлично, люблю, когда она так делает. Блин. Да ёбну, я попасть не могу. Пока можно так Ты что ж, когда что умрешь-то, гаденыш? Сука. Надо было этого валить. Вот постоянно с этим мудохаюсь. И сейчас все подорвется, просрал уже, блядь, считай. Так. Ладно, еще раз попробуем сейчас сделать. Это у меня вот единственное, вот с этим челом у меня траблы. И я понимаю, почему. У него все седьмого в седьмых реликтах. Кого? Плюху. За, ну, кло может, конечно. Я не знаю. Мне понравилось, как Сокол. Это нормально, на самом деле, понимаешь? Ну, слой, он у него неприятный пак очень. Блин, может сразу докупиться и не париться. Блин, ладно, хер с ним. Мне не нравится плов здесь в подкрепе. Мне кажется, что это неудачная мысль. Сразу разогнал. Во-во-во-во-во. Thank you.
Сейчас по-другому все пошло, я вижу прям. Я знаю, что я сделал не так. Так, хорошо. Похер. Ах, бля, вот сейчас, кстати, ошибочку я сделал грубую очень прям. Прям такую грубую, что пипец. Сейчас, сейчас я солью, сам буду дурак. Так. Вот реально сделал грубую ошибку, обидно. Александр, здорово. Блять. А вот сейчас я накосячил. Ладно, сделаю по старинке. Как раньше делал. Мне вот эта херня, короче, с массовым залпом, почему-то вот, вот с этим не работает челом. Момент. Да, 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 я знаю, 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 знаю. Нет, сейчас поэтому жахну. Блять, сейчас, сейчас, сейчас. Оп, сам отвалился. Отлично. Все. Так, я не помню, она... Ага. Нет, слушай, ты знаешь, я тебе могу сказать, что я единственный, вот кого не могу пройти, это вот этот чел. Перестрахуюсь. А, Кербулан, здорово. 100 лет тебя не видел. Почему именно на гиену? Поясни.
Нет, не Рела. Я тебе могу сказать, охотник, тут два есть противника неприятных. Это у него это Боск в седьмом релике и Асока в седьмом релике. Это очень больно. У меня народ... Смы, Харкнет, зачем ты приглашаешь в комнату для личного общения? Мы есть, во-первых, в Дискорде, есть счет то, все, пятое, десятое. Нафига еще тут засорять? Таня, привет! ну. Так, я что-то забыл про гиену, да? В туалет я не видел, и ты мне тоже. Ну и самого слабого... Все, я понял, самого слабого сепаратиста. Да, ну, если девчина будет окружать, это приятно, это всегда приятно. На даче, дача это хорошо. Дача это вообще замечательно. Здорово, Родион. А кинь код союзника, я тебе так не скажу. На ГЭСы идешь. Кинь код союзника, а то я тебе так не подскажу. Я не совсем понял, не огород, дача. Ладно, окей. Родион, что-то не полный код бросил. Так что не прокатит. Блин, а я что-то на дачу, да я не знаю, меня тут звали поехать, но что-то мне как-то не сложилось. Вот, так что... Да, демо-версия, да. То есть заплатите деньги, я пришлю вам полную версию, да? Да блин, ну Антон, я не знаю почему, я их не вижу, вот. Ты капсом можешь пишешь, хотя нет, капсом он ответил. Нет, это было предположение, но нет. Слушай, я не знаю, почему они не проходят, Антон. Самое главное, чтобы твои сообщения прошли, которые это... А это как ты собрался на ГЭСа идти, дружище? А по тиру у тебя никак, да? У тебя... А, понял. А что там глянуть-то? Жадный, да, жадный Родион. А в чем вопрос-то? Блин, золотой нужен, да. Я не понимаю, как собрался, как Родион собрался на ГЭС идти, да. Родион, ну чем, блин, прям правильно идешь на ГЭС, блин.
тут на что-то собери. Ну, вообще, если ты золотого будешь брать, я бы тебе рекомендовал... Эвоков ты собираешь, да? Без золотого ты не попадешь туда. Золотой тебе нужен, да, стало быть? Соответственно, тебе нужно собирать этих. Соответственно, на главного эвока, соответственно, Зету дать надо будет. Вот кому Зету. Который Чирпа. Так что пока прибереги Зету, не надо их так раскидывать, раздавать. Вождь Чирпа, даешь ему Зету и радуешься жизни. По мне вот так вот. Не, не буду это делать. Плохо они собираются. Они хотя бы больше трех собираются. Или это запрещено законами? Блин. Ой, не. Кстати, Воворот он что-то писал, что у него украли этот аккаунт. Что вообще так? Сейчас мы добьем. Так, иду на второе место. Я на второе иду. Они вообще неприятные достаточно бывают. Тань, так что да, тут гадалки не ходи. Плюшевые засранцы могут поднасрать больше этого. Блин, кстати, я про этот скилл все время забываю. Ну, блин, Анфиса. Анфиса, да, а кто еще? Ой, как я люблю, когда он отваливается. Да я видел, я что ты хочешь, ты мне напиши, Антон. Я не понимаю. Ну, у меня Анфиса в стойкость полностью одета. Игорь, гиена стерва намного лучше. Слушай, я пробовал так и так, мне не нравится. Гербулан, спасибо за совет, но просто есть такая тема, что у всех немножко арены разные. Вот, и я про то, что у меня чего вот так вот. Антон, что ты хочешь сказать? Вот, и я Игорем пробовал, это вообще дно. Так что, может, если у тебя слабая арена, то, блин, да, наверное, но... А, понял. Это вот этого, все, я понял, о ком ты говоришь. Давай посмотрим. Я просто не воткнул, блин, Антон, ты полностью бы написал бы сначала. Вот так. Все по модам.
Ну а так у него ничего так. У красного урон слабоватый. А, ну там у меня противник не выставился. Не, ну в принципе, слушай, смотри, у него хакс очень медленный. И Карбалан, я еще раз говорю, что арены разные. Но то, что для твоей арены подходит, для моей не подходит. Вот, опять же, у меня Игорь, у меня в 11-м тире нахер надо ставить. Ой, не дай что-нибудь повеселее поставлю. Нет, это не за это, у него просто он медленный. Ну а вот, кстати, вот пилот это мерзкий тел. У тебя Игорь в 7-м релике или в каком у тебя? Блин, ну тогда о чем говорить, блин? Я не собираюсь на Игоря тратиться, блин, тратиться, чтобы это. Смысл какой, блин? Вот это не можешь сказать, тратить на Игоря и смеять так все нормально. Вот, а на арене на у меня сегодня вот так вот, собственно говоря, получилось. Вот, он, собственно говоря, меня не будет трогать, потому что у него вот так все, у него автовосстановление. Лично нет. Но я знаю, что он когда-то, если память не изменяет, то он, по-моему, раздавал, рекламировал эти дешевые донаты, да? Это я помню. Тимуль, здорово! Собрался. А, все, я понял, блин, сначала думал, ты права, я что-то переключился. Актимель, это шутка такая была? У меня вообще не в релике, у меня в 11-м тире. Я не собираюсь на него тратить ресурсы. Нахера мне на него ресурсы тратить? Когда у меня тут и вампа, и клюка нужно, и ленда надо, блин, поднимать. Это пипец, блин. Это дорого стоит-то. Вот, что-то как-то, я не знаю, мне кажется, не самый лучший вариант. А вот ты на клюк самое то, на ГЭС самое то. Сейчас сниму. Успеется. Ну что-то как-то вот здесь вот сомнительно немножко. Дроидика слабенький очень, хиленький. Ну тогда вот прав, надо снимать уже. Я все с ним, я закончу, это факт. Нет, вот этот мне однозначно не нужен. Я не про B2. Блин, вот это мне... Я хоть поднимаю так этого йоду. Хотя он полезный, конечно, перс.
А зачем сейчас? Сейчас мне зачем это делать? А, понятно, тут все пусто. Не, вот шубу я на самом деле давно хотел подкачать. А вот то, что вот ленты надо качать, блин. Вот ленты, хотя мне на самом деле персонаж когда-то очень сильно нравился, блин. Потому что он при правильном моддинге, я думаю, кстати, он вообще будет зло творить, мне кажется. Даже вот сейчас, если его использовать, то есть его одеть, по сути, в атаку и в этот... И крит шанс, и все, блин. И он просто тебя накроет двумя масухами, и пипец, просто половины не будет народа у противника. Ну, естественно, и спач будет соответствующий. О, кстати, Рекс у нас тоже в этот... Слушай, да мне всегда нравится, как он масуха глушил. Он бахает, у него же откат, когда идет больше двух хритов, насколько если мне память не изменяет. А, да, больше одного критического удара. Перезарядка сбрашивается и используется при следующем использовании, причиняет на 100% больше урона. Я помню, блин, особенно с... Я помню, как против таких было стрёмно биться на арене. Это вообще просто перда какая-то была. Но вот этого лента на самом деле надо прокачать, потому что он хороший. Он хороший, реально хороший. Так, друзья, ну что, я буду с вами прощаться. Потихонечку-привонечку. Что такое? Вот, у меня еще ждут определенные дела. Надо еще сегодня продолжать читать книгу, блин. Записывать. Вот, естественно, надо покачаться и все такое, а то у меня все так болит, аж пипец. Надо разогнать кислоту молочную. Вот, так что вот так. С вами был Александр Шмель, Шмелев на канале Дар Шмелев. Подписываем, ставим лайки и т.д. Завтра будем нарушать все, что можно нарушать, и убивать все, что можно убить. И вообще будет страдать всякой херней такого парламента. Пока. До завтра.